Ну, мы пока продолжаем по сюжетке. Идем за кодексом Тихона. Я уже как бы портнулся вот сюда. И отсюда добежал поближе. О, кстати, проклятие фараона. Только что появилось. Да, можно попробовать ее, наверное, даже забить. Для чего тут можно попробовать? Ой, сейчас стражи тут еще будут мешаться. Ну смотри, опять такой же с длинным мечом. Да? Это уже третий раз. Ты мне в прошлый раз говорил. А я же не забивал такого. Да забивал. Разве? Да забивал, тебе говорю. Чего на меня игнорирует? И эти еще помощнички. Класс, и на меня переключился. Так они вроде давно в тебя стреляют уже. Да нет, вроде. Это по сюжету вообще-то, типы-то. А я думаю, мне показалось, что там метка в кустах бегает. Опа, опа. Ай-яй-яй. Не-не-не. Уходи. Давай, мочи его. Ты не понял. Ты далеко собрался-то? Он сейчас пропадет нафиг. Фу, он ушел. Он ушел, блин. А, чуть-чуть не успел его. Что за гадство-то? А, я еще и сгорел. Ты его почти забил, ну. Да я бы его забил бы, если бы Байк не пробежал куда-то непонятно куда. Даже не смешно. Все вот из-за вас, гадов. Приоритеты цели у них, конечно, мне нравятся. У них тут какая-то фигня всех мочит. Я ее бью, а они... О, это Байк, надо его побить. Он достал лук. Ах... Так самое печальное, что там некуда было бежать, куда ты побежал. Там никого не было. Ну да, там никого не было. Где письмо-то? Вот, кодекс, точнее, Тихона. Золотое ожерелье с инкрустацией из бирюзы, лазурита, сердолика. Изображает Гора или, может быть, Хонсу. Статуэтки богини... Хатор и бога Амона. Различные варианты. Да, наверное, нет смысла зачитывать. Тут просто список. Сидят. Да. Не подходите сюда, они воняют. Причем, то есть они вот, пока мы вместе били, у нас все хорошо складывалось. Как только я достал лук, они переключились на меня и начали меня лупить. Как это работает? Зачем вообще? Зачем так делать, скажи? Да, зачем так делать? Победили бы, а потом бы уже разбирались со своими проблемами. Вообще мы тут были уже. В чем по сюжету были даже. Что, вломиться может просто? Или обойти вот справа, кстати? Ладно, давай, мы же ассасины. Мы же незримые. Помнил Александр. У меня стрел, по-моему, все равно нет.
место хорошо охраняется. Вот тебе стрелы, пожалуйста. Спасибо. А, полный боезапас. Два сокровища тут осталось. Кусты его закинь. Что ты? Тебе здесь не рады. А вам как будто здесь рады. Сходи. Где он? Здоровый. О, ты отлично прям притормозил. Ну ладно. Не ходи туда. Не ходи туда. Не получилось. О, не суть. Я думаю, можно уже улики не прятать. Ага, нам туда. Мясо? Видела, я нашел мясо. Очень важное дело. Ну, а чего он не горит? Вот у тебя прям вот, ну, в смысле, у байка было на затылке написано, что он хотел лут с этих товарищей забрать. Поэтому я наперед прям начала тебе говорить, чтоб ты держал себя в руках. Это вот награбленное все, да? Ага. Жесть. Да просто. Кролл. Никак не нажрутся. Сокровища. Графит. Ну да, сокровища. Приветствую тебя, Творец, Создатель всего сущего, мира и богов в нем. Приветствую Амон-Ра, Владыка всех тронов этого мира. Похоже, Эхнатон погребен рядом с другими фараонами. Думаю, мы нашли его. Шлем любимой лошади Рамзеса Великого. Времен победы в Фивах. Никому нельзя к нему прикасаться. Особенно тебе, Суфем. Командир до сих никак не успокоится из-за пропажи бюста Нефертити. Что, потырить у них последнее сокровище здесь, что ли? Ну да, оно одно осталось. Далеко? Нет, не особо далеко. Ну, я как бы... Там двое. Эй! Оп. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Вон оно. Сейчас я себе его... Ой. Отмечу. Вот так. Вообще мы тут как бы лазили, поэтому, наверное, смысла особо... Мы тут очень частично лазили. Частично? Вроде как. Я вот не помню, читали мы или нет. По-моему, было что-то такое... В принципе, ничего особенного. Где-то тут еще что-то синенькое, по-моему. Да, вот. Да, это было.
где? Ага. Что? Заметили. На куски порву. Не убежишь, мразь. А если убегу? Есть. Ага. 3000 опыта за область. Небезопасно. Совсем небезопасно, согласен. И нам, наверное, да, я даже знаю куда. Мы, похоже, сейчас опять в какой-то загробный мир переместимся. Ну, так, подозреваю. Кто-то бросил вызов богам. Ой, ладно, пошли, куда нас ведут, сразу потом полазим. А то опять забредем в какую-то другую реальность. Пусто. Мне нужно развеять пыль со статуей Амона в другом месте. Я должен найти больше подсказок. Внутрь, ага. Пить пил, а вот по бабам не-не. Жена любимая была. Да. Ну так они и говорят, это не наше место. Нам сюда нельзя. Я принесу в эту гробницу свет Амона. Нужно избавиться от видения Эхнатона. Церемония в полях. Джихути сказал, дух Эхнатона заключен в статуях. Вырвется ли он, если их не станет? По карте. Хо-хо-хо-хо. Ух ты. Ух ты. А, вот статуи как раз держит. Ага. То есть надо все статуи того? А если наоборот получится? Не знаю, но в любом случае. Проверить стоит, наверное. Лучи Атона указывают на статуи фараона-отступника. Угу. Нужно разрушить ложные идолы. Все, так просто. Табличка. А ее ломать не нужно? Нет, эту не надо. А лодочек ничего, плавать как своим ходом, что ли? Там дорожка вон направо.
Еще можно, наверное, пропрыгать. Это не уверен. Крокодилы? А тут с них осколки падают, как вот со скорпионов, нет? Думаю, нет. Это было бы слишком круто. А где главный крокодил-то? Вон. Ай! Ну не вертись ты. Двадцать штук. И две. Да ладно. Чего так много-то? Ну положи обратно. Не. Он живой. Тут крокодил какие-то зеленые. Эй, стой. Стой! Ну стой! Я возьму. Продолжи. Кажи, там отбирали, отбирали, теперь тут отбирают, отбирают. Ну я думаю, мы вводные вопросики не будем смотреть. Давай, наверное, сразу вот сюда пока что. Давай. Хочется с высоты на это все посмотреть. Забавно. Простите. Прав нет. Круто так смотрится. Угу. Не понял. Да. Нам еще выше? Хорошо. Ну, можно сначала вот сюда, потом туда. Угу. Наверное. И последний у нас останутся. А, вот здесь, вот здесь. Да, не слабо так побегать. Тут еще где-то побочка, но я думаю, мы ее тогда посмотрим уже, когда поймем, что отсюда можно выходить. И посмотрим, что за побочное задание. Боги или Кредо? Название уже интересное. Да ладно. Офигеть. Кого?
Все, можешь уплывать. Мы свою лодку взяли. Свою лодку взяли. Ты же чего там плаваешь? А, внутри, смотри. Угу. Подожди, а с той стороны что там? Вон. Где? Ну вот, светится синим. А. Надпись, наверное, прочитать. А, нет, здесь просто. Здесь сокровища где-то. Внутри? Угу. Ха. Я думал, нас пустят. А плавать придется, да? Надо искать. Да, вход. Мне казалось, я где-то видел. Нет? Что там? Вот он. С той стороны. И вот. Поплавать, значит, да. Это, в принципе, логично. Угу. С учетом, сколько здесь воды. А тут просто затоплено, смотри, город затоплен. А здесь бы мы выплыли с той стороны, получается. Или вот здесь, вот здесь. Хотя давай там проплывем. Здесь еще проще. Там хоть какие-то эти... Лабиринт небольшой такой. Даже не лабиринт, в принципе, все равно там по прямой. А, подожди, туда же теперь. Как? Где вход? Открывайте. Я не понял. Закрыто. Через низ, что ли? Подожди, вот. Нет, там нельзя.
второго этажа попробуй. Откуда? Где со второго этажа-то? Тоже под водой, что ли, подплывать нужно? А, подожди, а вон там. Во. Ну. Что, я тебе и говорила. А ты ее видел, эту дверь? Да. Я не видел ее. Стража держит ухо востро. Ну, начинается. Оп, вот и скорпион. Угу. Два. Три. Не понял. Скорпион, нам раз. И шо? Да что такое? Я не хотел падать. Не убиваю я их. Тут бы тоже, наверное, сразу бы, конечно, сокровище забрать и вот этого грохнуть. О! Вы чего тут? Четыре штуки. А что у вас тут? Да ничего, можно, ничего. Я думаю. Понятно. К точке перемещения. Будет. Так, ну ладно. А можно вот здесь табличку забрать. Mm. А нам коня тут дадут? Дадут, конечно. Да не денутся. Такой скакун достоин самого властителя душ. Лаек. Но он каждый раз просто удивляется. Руби! Эй-эй-эй! Слез, ай, слез, погорите. Слез. А, больно. А что это за дорожка из огня была? Это как так? Я не поняла. Не разглядела. Не видела? Не уловила момент, да. Жаль. Да, опять идут, смотри. А, заметил. Не успел. Оп. А где табличка?
Не понял. Прочесть надпись на стеле. Под нами, что ли, где-то? Или над нами? Нет, там некуда. Ну, исток над нами. Не поняла. Я тоже не понял. Ты это осторожно, да. Ты... Может, под водой? Может, под водой, да, под водой. Да ладно, так далеко. О, всегда бы так. Прям в кусты. Все хорошо, не бойтесь. Работайте, давайте. Тут еще по пути. Вот сокровища лежат. Все тут у них перебью сейчас. И еще один недобитый. А, и еще один бежит. Все. Один из двух. Прям на видном месте лежит. Ну как это игнорировать? Я и не пытался. Ты проехал его уже. Да? Да. Вон он, наверху. Ага. Заблокировал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего себе, копье. Так я не успеваю ударить. Оно у него, по-моему, вытягивается еще как-то. Не, это тебе, по-моему, показалось. Я думаю, ты как-то странно. Вроде ехал к сокровищу, мимо такого проехал. Дальше кого-то мочить. Я так понимаю, мы все это освободим, и тоже надо будет сражаться с кем-то. Наверное, ну, по логике. Ну, по логике, да. Сюда меня не пустят. Есть смысл почистить вокруг?
А это кто? Мумия какая-то была. В смысле мумия? Ну вот которого первого ты сейчас вот заколол. Да. Все кончится здесь, в храме. А. Вот это. Командир это же, грохнул. Это же не собак? Собак. Собак? Да. Нет? Это мумия. Это командир. Может, он собак, просто не видно. Я прославляю Бога в имени Его. Я следую великий город, озаренное Его лучами. Его и царицу мы должны чтить в смерти, как чтили в жизни. Я была кормилицей царя, скормила его грудью. Сына Атона? Великая честь. То есть, если я правильно понимаю, мы их на Атона сейчас будем лупить. Я тоже так понимаю. Вроде как так. Ну да, драка сейчас будет. Да. Интересно, это который? Во имя Ра! А, вот этот, которого мы последнего били. С длинным мечом как раз. Это копишь? Может быть. Ну, какой-то очень большой для хопиша. Только он будет сам не маленький. Хопиш, хопиш. Ой! А так, он так. Ну да, он так умеет. Отравил тебя еще чем-то. А, кровь льется, смотрю. Кровотечение, короче. Да, 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 да. Я не мог ничего сделать уже, когда он заблочил. Только я не пойму, если он до этого как-то меч у него светился, когда он блочил, сейчас-то он ничего не светился. Вот, то есть вот это блок, по идее, был. Сейчас вот так. По идее, после того, как мы вот этого сейчас приголубим, да, у нас остаются с копьем и с дубинкой большой, да? Ну да. То есть вот этот и с двумя клинками уже не появляются. Остается два, да. Опа. Других я как-то не припомню. Чего такое-то? Я не понял. Это мой пёрся, что-то, да? Я не знаю, у меня камера как-то ушла, и я шевельнуться не мог. Все кончится здесь, в храме. Во что я тут опереться-то мог? Там вроде арена такая пустая.
Ай. Ты делаешь? Что он сделал? Опа! Смотри, сейчас заблочил. А чего он горит? А, у меня же щит кровотечение вешает. Бесполезно же, ну. Почему бесполезно? Нормально. Сам не наступи. Могу анимация. Ну я же переживаю, я понимаю, что ты не можешь, но я же не могу просто вот сидеть и молчать совсем уж там. Я так стараюсь не лезть под руку. Похоже, этим светом фазу обозначает. Может. Ай-яй-яй. Там невидимая стена, что ли? А. Ну, байк, куда ты? Поэтому камера задиралась. Ну-ну. То есть она там не то чтобы невидимая, конечно. Но не очевидная. По крайней мере, камеру-то можно было бы не трогать ее. Лук у меня, конечно, для этого немножко неподходящий. Смотри, что творит, а? У него какие-то другие связки стали. Ой, уходи! Задел, да? Ага, задел. Да. Как так-то? Камера. О. В чем проблема в этой игре с камерой? Я не понимаю, когда лочишься на противнике, она периодически просто зависает.
Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это будет больно. Ай-яй-яй! Да ёкарный бабай. Закончится здесь, в храме. Ух ты! Третья фаза пошла. Более резко, смотри, бить стал. Да ёкало мне, не могу увернуться. Погори немножко. Какой-то он быстро стал. Что-то да. А боеприпасы кончились. Не рискуй, а то он сейчас подойдет. Да мне комбо добить просто надо. О. Ага. Чуть-чуть.
Да! Фу! Ох, душный тип. Он душный только за счет того, что он убивает за два удара. Так-то, в принципе, не то чтобы прям дико сложный. Великий бог погиб. И Атон достался его преемнику. Был ли он богом или лишь смертным? Ну и здоровье, конечно, у них дофига. Хопиш какой-то нам дали крутой. Угу. Ну, крутой или не крутой, не знаю. Это у них крутые, а у нас обыкновенные. Ну, это да. Вот этот? Воплощение, да, бога? Я хочу такой же большой хопиш, как у него, и махать им так же медленно, но больно. И парирование делать. Как он делает. Ага. Я могу вот так делать мгновенно. Хотя мгновенное усиление, это, конечно, сильно сказано. То есть секунда где-то должна пройти, прежде чем сработает. Может быть, даже чуть больше. То есть, как бы, получается, тут территорию мы, в принципе-то, закрыли, да? Нет, у нас тут доп. Задание, и нам нужно вернуться, я так понимаю, к жрице к той, да? Ну, я имею в виду, что по сюжетке, да, вернуться надо будет. Ну и доп. Задание тут надо сделать, конечно.